Чувашия в группе лидеров по качеству бесплатной медицинской помощи. Результаты комплексной экспертной оценки программы госгарантий по итогам прошлого года опубликовал Минздрав России. Основные показатели – здоровье населения и удовлетворенность медицинской помощью. По результатам комплексной оценки регионы распределены на 4 группы. К первой группе регионов с высоким уровнем реализации территориальных программ отнесены 12 субъектов – Мордовия, Чувашия, Краснодарский и Красноярский край, Белгородская, Воронежская и другие области. Чувашия получила высокую оценку по всем видам медицинской помощи, а также динамике основных медико-демографических показателей здоровья. Смертность населения в 2012 году снизилась более чем на 8% по сравнению с 2010, в том числе от новообразований, внешних причин смерти, дорожно-транспортных происшествий, туберкулеза. В результате снижения смертности от острой сосудистой патологии с 2010 года сохранено около 600 человеческих жизней. От онкологии 300, от туберкулеза около 100. Также эксперты высоко оценили проводимые в Чувашии профилактические мероприятия, особенно выявление туберкулеза и онкологических заболеваний. Отрицательная динамика отмечена только по двум показателям. Уровню младенческой смертности рост на 51,4% по сравнению с 2011 годом и показателю смертности населения от болезней системы кровообращения. Рост на 2,6% по сравнению с 2011 годом. Ольга Пырочкина, Татьяна Трофимова, Республика.